Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Ну что, мы выполнили задание собрать 50 тысяч монет с динозавров и также со зданий. Забираем. А, да не сплю я. В смысле сплю? Сигнал был стабильным в течение всего эксперимента или нет? По большей части... Это как-то не похоже на «да», Лоури. Ошибок здесь быть не должно. С учетом общего уровня помех, я бы радовался, что все вообще не сорвалось. Вот оно как. Пошел у них жесткий разговор. Доктор Ву, надеюсь, в лабораториях все в порядке. Туда сегодня зайдут журналисты. Как раз будут новые данные по проекту «Арис». О, тогда давайте пройдемся по ним вместе. Не люблю, когда СМИ знают больше меня. Соберите с хищников 50 тысяч монет. Угу. С хищников, значит, да? Ну, давай попробуем. Так, заберем здесь. Все, задание выполнено. А, это другое. Я не могу отвлекаться на сторонние проекты, пока рапторы так себя ведут. А что насчет Барри? Как у него с расписанием? Это надо у Хоскинга спросить. Они вместе над чем-то работают. Время для еще одной схватки. Думаю, тебе понравится сюрприз, который я тебе приготовил. Так, мы победили здесь уже заранее. Так, задание выполнено. Забираем награду. Кстати, скоро будет уже 42 уровень. К твоему счастью. И к моему, кстати, тоже. Так, что у нас там за задание висит? Я должен его срочно посмотреть. Собрать 50 тысяч с хищников. Надеюсь, это то самое, да. Забираем награду. И если данные верны, это нельзя публиковать в СМИ. Хм, результаты удивительные, но это правда. И я хочу, чтобы их подтвердили экспериментально, прежде чем о них узнают журналисты или Клэр. Понял вас, приступаю к работе. А вот, друзья мои, и 42 уровень. Чудесный лабиринт, тропический бульвар, расширение территории и уровень схватки 42 у нас открывается. Дает немножко долларов и база технического обслуживания. Вот так вот. 15 очков доверий. От этого я отказываюсь. Так, подожди секундочку, я сейчас кое-что здесь соберу. Так, подожди, а где у нас... где же у нас этот сборщик-то, ё-моё, я его и не вижу, вот он. Вроде бы как все, а тут-то что у нас, тишина? Эволюция произошла. Угу, но не до конца. Значит, нам нужно с тобой продолжить. А здесь у нас все созрело, ну да. Так, забираем с тобой диплотатора. Поместить. Так, еще надо одного забрать. Где он у нас тут? Окей. Так, два диплотатора мы с тобой скрестим. Так, здесь. И здесь. Начать эволюцию. На соточку. Блин, у меня не хватает. Что будем делать? Неужели нам надо завершить здесь, а? Сколько вообще будет эволюции? 59 минут. Ладно, давай ускоримся по-быренькому. Окей, эволюция завершена, и мы с тобой забираем Кетсу. Уже прокачанного до 20 уровня. Как-то так. Ну, а теперь берем с тобой диплотатора. Где он у нас тут шуркается-то? Вот он. И пускай он у нас начинает эволюцию. Все. Ну, а теперь можно задание начинать. Все в порядке? Я занят, Клэр. Если есть какая-то проблема, Масрани велел мне провести очередной бессмысленный тур для журналистов. Ох, а я думал, что-то серьезное. Разместите один воздушный шар и соберите с травоядных 50 тысяч монет. Насчет шара. Придется размещать. Поставим сюда. Так, и что там у него еще? Так, соберите команду. Здесь заберем. Так, подожди, она не закончила. И, ну понятно, тут надо собрать деньги с травоядных.
Это уже, наверное, будет в следующий раз, потому что, ну, мы не соберем такую сумму именно сейчас. Так, ну что, друзья мои, визит у меня в эту игру был таков. Я хочу получить легендарный пак именно из этого события. И я его получу, что бы мне ни стоило. Ну что, берем Артакантуса, возьмем Ромалиозавра и, наверное, да, Зуходуса. Ну что, поехали. Фух, напряглись, друзья мои, напряглись. Ну что, здесь с одной плюшки мы этого чудика выносим. Псифодерму. Это для нас не проблема. Иди отсюда. Так, дальше кто там? Ксифактин. Угу. Интересно, он будет меня атаковать или нет? Будет. А зря. Две атаки. Так, минус еще один. Продолжаем разговор. Это у нас Леоплевродон. Вот он как. 49 атаки. Ну, сам понимаешь, да, это вообще ни о чем. Мы сделаем с тобой вот так. И бонус. Ах ты, жук ты навозный, а ты посмотри. Взял блок. Ну хорошо, хмырь. Хорошо. Ничего не стал делать, да? Раз, два, три, четыре. Бонус. Гуляй, Вася. Лептоклейт. Вот кто у нас появляется. У него 35 атаки, еще меньше. Раз, два, три, четыре. Я думаю, четырех атак будет достаточно. Ах ты же, ты навозный. Ну ты посмотри, а. Ну ты полюбуйся на него. А если бы я сделал бы 5 атак, он бы 5 защиты влепил бы, да? Ну что ж, придется туда все сливать. Вот так я сделаю. 4 атаки. Ага. Готов, парень. Давай следующего. Кранозавр. Так, а вот здесь уже, ребята, серьезно. 95 к атаке. Ох ты. Хорошо вжарил. Так, два бонусных очка у него осталось. Раз, два, три. Раз, раз. Ну-ка. Готов. Так, следующий. Прогнатодон. Ну, у этого уже, конечно, атака серьезная. 221. И он все сливает в атаку. Удивительно. Хорошо, парень. Ты напросился. Так, я думаю, двух будет достаточно, да? Да, будет достаточно. Ну что же, предпоследний. Это Дункалиостей. У меня две защиты. Он ничего не стал делать. Так, друзья мои, он ничего не стал делать. Ну что, тогда, наверное... Как же лучше сделать-то? Наверное, все солью в атаку. Да, мы его победили. Ну и последний, это у нас Мегалодон. 86 атаки, то есть вообще не боюсь. Вообще не боюсь. Ему крышка. Ему крышка, поверь мне. Я его сейчас просто запинаю. Давай, роднулька. Вот и все. Так, друзья мои, сейчас мы с вами получим что-то очень приятное, надеюсь. Надеюсь, мне классная выпадет карта. Ну-ка. Так, деньги, мясо, ДНК и... Остафрикозавр. Ничего себе. 650 доверий очков. Круто. Слушай, а можно мне посмотреть, что это за динозавр такой интересный? Так, подожди, а где он? Подожди секунду. А тут нету, да? Легендарных нету, да? Новые релизы, может быть? Фига себе релизы, ты посмотри. Индораптор.
Игуанодон. Шерстистый носорог. Ёпарасоте. Синоцератопс. Я промолчу, ребята. Я лучше промолчу, какая там жесть будет дальше. Так, все-таки мне интересно, где этот легендарный динозавр, потому что мне в любом случае его надо будет ставить выводиться. Так, я что-то запутался, на рынке же, да? Так, у нас, кстати, здесь вот эту штуку надо поставить. Все, пускай стоит. Пускай стоит, и мы ищем легендарного динозавра, которого только что получили. Где же он, а? Вот он, друзья мои. Вот он, вывести. Конечно, надо его выводить. И будет он выводиться один день 23 часа. Почему-то я думал, что это вот в желтой рамочке редкий, но на самом деле это легендарный. Но, видимо, самый-самый такой слабенький, да, из всех легендарок. Так, ну что, давай смотреть дальше, что у нас тут еще есть хорошего. Угу. Если мы пройдем без ограничений, нам откроется с тобой схватка чемпионов, верно? А схватка чемпионов — это то же самое, что и дрожь земли, получается. Нет, не то же самое. Тут будут офигенные противники, по-моему, с которыми хрен ты когда справишься. Надо посмотреть, что здесь-то творят, а? Трэш. Я не буду здесь участвовать. Не хочу, это бесполезно. Вот схватку 42 уровня я, пожалуй, пройду. Так, ну что, здесь мы с тобой возьмем Алангозавра. Против Пирораптора возьмем Нундазуха. И против Велоцираптора мы возьмем Капразуха. Вот как-то таким образом. И я очень уверен, что мы здесь победим. Ну что, ударим. Так, половину здоровья снесли. Что он будет делать? Меняться, скорее всего, да? Да, он меняется. Пирораптор. Ну что же, Пирораптор, будь по-твоему. Атака. Отлично. Вот он сейчас дрейфанет-то, а. Блин, такой крутой с шипами. Он опять поменялся, да? На пара Зауралофа. Ну что я тебе могу сказать? Меняемся и добиваем. Наверное. Да, добиваем. И ждем следующего. Это у нас Пирораптор. Недобитыш. Кстати, нам крышка, по-моему, ребят. Да, ушатывает. Это его большая, огромная, ребята, была ошибка, потому что сейчас я его буду рвать. Поехали. Отлично. И Велоцираптор со своими 71 атакой. Ну что он сделает? Ничего. Конечно. А вот теперь лови подачку от моего Нундазуха. Как говорится, он передает вам привет. Разбегается, на тебе. Вот это я понимаю, ребят, концепция. Ну что, победили? Опять этот кот. Ну что ты будешь делать? И у нас открыт Амфицион. Вывести. Нет, я не буду пока делать этого. У нас с тобой пак созрел. Давай-ка глянем. А рекламный? Будет рекламный или нет? Нет, не будет. Один раз, да, получается, его только можно взять за день. Ну ладно. Так, ну что, ты как понимаешь, мы с тобой 10 тысяч очков доверия купим для того, чтобы открыть вот этот вот смачный пак, в котором, ух, какие красивые, ребята, престозух
Мастодонозавр, уэрхозавр. Блин, вот дали бы мне еще одного птеродактиля, или бы, или вот этого, да? Ох, я бы скрестил, ты представляешь, это была бы вообще имбушечка у меня 20 уровня, я бы тут так развернулся бы. Но пока 7000 у нас только очков доверий. Так, ну что, схватки, что-то у нас тут моргает, что-то показывает. Так, что у нас тут по заданиям? Слушай, можно как-то вот без сбора команды его поймать, нет? Осталось времени 5 часов. Да пускай бегает, господи. Напугал меня тоже там. Ну что ты, роднулька, тут? А, разместить воздушный шар. Ладно, это уже будет в следующей серии, когда шар этот построится, да? И когда мы с тобой сможем уже собрать деньжат. Но тут есть еще местечко. Можно, в принципе, активировать. Но тогда нам придется потратить финансы. Нет, не будем. Поехали. Очередная битва. Схватка. Так, здесь надо быть, наверное, поаккуратнее, да? Что будем брать? Давай-ка проверим его. Возьму диплотатора. Возьму Эниозавра и Ютирануса. Кого нам подсунуть? Сейчас посмотрим. Но твою налево, это кто такой? Так напоминает какого-то, знаешь, оборотня. Процератозавр. Процератозавр. Фига себе. Так, слушай, ну мы могли бы его, конечно, вырубить с одной плюшки, но не получится пока. Так, хорошо, мы его там звезданули сейчас. Смотрим, что он дальше будет делать. Но две атаки сделает. Нет, он меняет на топижару. Ты серьезно? Ты на топижару поменял это барахло? Тогда и я поменяю. Только сделаю его вот так вот. С бонусом. Ну и что ты меняешь, да? С фенокодона он берет. Так, мы меняем. Три атаки, ребята, влепляем. Так, крышка, нет? Нет, не крышка, выживает он. Он выживает. Слушай, ну он меня сейчас вырубит, я тебе хочу сказать. Он меня сейчас вырубит. Так, дальше вырубаем его мы. 60. Сколько мне нужно? Две атаки сделать ему, да? Две. Плюс вот так. Да, вот так сделаем. Иди отсюда, хлопец. Топижара. Ну, топижара он 100% будет менять сейчас. Менять будет на этого. И, слушай, скорее всего, нам кранты сейчас будут. Ха. А он ничего не стал делать, прикинь. Ну что, попробуем тогда его уничтожить. Поехали. Все. Ну, а дальше топижара. Сколько у тебя бонусов? 5. Ему нужно нанести мне как минимум 4 атаки, да? Чтобы уничтожить. 4 же. 4. 3, что ли, достаточно? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, тогда добиваем его. Все, пока. Или подожди. Да, пока. Разобрали и не поморщились. Так, теперь смотрим, куда мы с тобой перемещаемся. 35 кубков получили. И... блин, четвертая позиция, а?
Что дадите? Загадочный пак? Ну ладно. Устрашение. Снижает показатель атаки всех вражеских существ на 10%. Но это, ребята, так себе. 10% это вообще ни о чем. Как ты меня вот достала, вот эта вот фигня. Давай поймаем его. Раз, два. Ой-ой. Ничего себе поймаем. Я даже не успел ничего среагировать. Тут нормально. Дальше. Успели же? Успели. В плане. Прекрасно. Так, нам до синей дойти, и все будет отлично. Да почему? Зашибись. Еще этот говнюк от меня сбежал. Твою налево, блин. Два говнюка, блин. Тем более этот сбежал, а он мне нужен был сейчас в поединках-то, а? Надо было Оуна отправлять, и все. Выпендриться решил. Ну что ж, придется без него драться. Так, бесплатно. Угу. Ну что, давай выбирать. Так, возьмем, наверное, с тобой Диплотатора, Тиранозавра и Эрликозавра. Хочу сыграть именно так. Смотрим, кто против нас будет. Твою налево, это что такое? Это что там за чудище стоит? 736 к атаке? Ты серьезно? Ты глянь. Я, ребят, меняю. А это меня никак не спасает. Кого я взял? Ой, дурила. Это вообще откуда он взялся? 32 уровня, легенда. Но я умываю руки, ребят. Тут меня разнесут в хламину просто сейчас. Представляешь? Офигеть. Я даже своей ничтожной атакой ничего ему не сделаю. Вот это да, вот это попадос. Он меня сейчас уроет. Да, вот это я попал в переплет. Так а что тут уже бесполезно, ребята, драться, естественно, я тут профукаюсь. Ну, сейчас посмотрим на гибрита. Ядрен, матрен, ты посмотри. 334 к атаке. Охренеть, как он здоровый. Посмотри. Просто великан. Да, ребят. Извините, я пытался. Я пытался, честное слово. Но это что-то с чем-то было. Так, ну что, давай возьмем этого. Этого. И... Да подожди ты. И вот этого. Это, ребят, последняя надежда. Блин, у меня должно быть два летающих. Но один, как ты видишь, сбежал. И поэтому придется драться без него. Это очень плохо. Но долго ждем, долго ждем. Да появись ты уже, ё-моё. Не хотят находить мне противника, прикинь. Во. Твою дивизию. Опять какой-то горгозавр. Откуда это все берется-то у них, а? Ну, скажи мне, милость, откуда у них это все берется? Берем бонус. Так, проверочка на прочность.
Все-таки решил атаковать, да? Ну что же. Поехали. Вырубаем. Так, и следующий выходит. Да, ему придется слить две атаки. И мы его с тобой, надеюсь, уничтожим. Но это не факт. Горгозавр. Так, хорошо. Три атаки, да? Придется нам с тобой все слить. Хотя, подожди. Нет, не все, ребята. Далеко не все. А ну-ка. Так, это у нас гибрид. Лимнуринг. Но ему придется две атаки слить. И он их сольет. Все сливает? Неужели он уверен, что этот, это, наверное, не пробьет, да? А хотя все, ребят, по-моему, ему крышка. Да, мы его уничтожаем, прикинь. 962. Все, 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 пока. Хипстер. Вот и все. Красавчик Анкила, молодец. Одобрямс. А я уж думал, мы профукаем здесь. Но вот перед этим, что был поединок, это, конечно, что-то с чем-то. Так, сколько? 33 кубка получаем, и мы переходим с тобой в хищники. Да. Правда, мы здесь уже были, нас успели скинуть, сбросить с этого пьедестала. Итак. Естественно, кусок мяса. Кинули мне и все, сказали, на тебе и успокойся. Ну что, друзья мои, что хотел, я в принципе сделал. Я подрался, я получил легу. Нам теперь остается только лишь выжидать время. Диплотатора будем прокачивать до 40 уровня. И это будет правильно. Завтра у нас эти ребятульки вернутся, надеюсь. Перебесятся и вернутся, да? Или как с ними надо? Или их нужно все равно возвращать? Я вот не помню. Ну-ка, давай проверим. Вот, например, да, он сбежал. Я беру команду. Например, сделаем с тобой так. Беру пастазуха. А, так тут еще время сокращается. Так, подожди, а если я, например, вот этого уберу? Ага, чем выше у нас динозавры, тем сокращается время быстрее. Все, пускай идут его ловят. А здесь мы сделаем с тобой немножечко по-другому. Топежара, анкилозавр и кеца. Пускай ловят их. Ну, а я буду на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!